Всем шалом, шалом из Киева, из ресторана Такида. Здесь всегда приятная и классная кошерная обстановка. С вами Леви Харпатин, и это наша рубрика «Мудрость Торы на каждый день». Предназначение богатству. Когда пришло время, чтобы Ривка родила первого ребенка, первым появился на свет Эйсав, хотя Яков был зачат изначально раньше. О доброте и щедрости Ицхака знали абсолютно все, но когда это распространилось на все общее обозрение, это случилось после того, как Ицхак собрал огромный и очень обильный урожай и пожертвовал этот урожай нуждающимся. И сеял, и зарабатывал Ицхак целый год, и получил награду в стократном размере. Какая суть нашего сегодняшнего урока? Мы должны зарабатывать на хлеб, руководствуясь заповедями, повелениями и запретами Всевышнего. Только тогда у нас будет все в порядке, и мы не будем переживать. Благодарю за прослушивание. С вами был я, Леви Харпатин.